Думаю, многие из вас так знают этот скип, но я все равно хочу показать эту дальность прорисовки. Господи, Valve, что за пиздец? Короче, прыгаем назад, ну вы поняли. Затем взлетаем так высоко, чтобы даже этот вертолет охренел. 360. Меня осенила гениальная идея. Наложить кучу из мусора, чтобы сломать эту дверь. А может быть и игру. Все. И тут я понял, что проебался. Как я внутрь попаду? Сука, блять, ну ёбаный в рот! Теперь нам надо обойти этого комбайна по стелсу. Или прыгать на пролом, взлететь по наклонной поверхности, убить его в воздухе. Как вариант? Мне кажется, я понял. Вот так нужно решать головоломки с физикой. Чё? Как убить зомби силой мысли? Очень просто. Чётко. Здоров. Сегодня мы будем плавать опять. Прыгаем по воде по всем законам физики и попадаем под текстуры карты, где вы можете восхититься и увидеть, как сильно и как сложно проработаны эти карты. Да. Не, ну это полный пиздец. Бай. Сейчас покажу, как пролететь сквозь вон те ворота. Летите сквозь ворота, после чего заверните направо и отключите ноклип. Всем привет, сегодня мы уворачиваемся от ракет. Да, нет. Швыряем два подульника и выпускаем очередь из автомата. Изи. О, девушка, не хотите ли вы заняться чем-то более интересным? Есть одна крутая фишка. Можно запустить эту ловушку, остановить ее толпой зомби, смотреть, как они будут в нее долбиться и крутить вас по сторонам. Теперь их стало больше. И можно уже выпрыгивать. Ну, этой штуки похер, просто потому что это физика. Или нет? Отдай бочку, спасибо. Кто это? Еще одна ведущаяся душа? Да, я. Присмотрю за тобой. Здрасте. Больше я ничего не могу обещать.